Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Ulefone Armor 5S изменить настройки даты и времени. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», «Дата и время». Если же вы хотите поменять дату и время вручную, выключаем функцию «Дата и время сети». Здесь можем менять дату, здесь можем менять время. Также можем изменять часовой пояс, выключив функцию «Часовой пояс сети». И также можем менять часовой формат с 24-часового на 12-часовой. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!